вами Крокодил. Сегодня продолжаем играть в эту головоломку. Это будет уже по счету 7-я серия. Мы закончили на том, что мы собрали вот эту картинку. Сейчас вернемся с вами, где там чел какой-то непонятный лежал. Вот тут, сюда нам. И... А, колба, да. Куда мне поставить его? Все, я сюда. Теперь это можно использовать? Установили или что там? А может, пись надо? Не знаю, что. Сначала не останавливался. Ладно, короче. Ладно. Так, трава. А что я даже не вижу? Седьмое. Трава, хорошо. Достать сюда. А вот потом я не вижу. Добавить сюда, наверное. Подожди. А, вот. Забыли с вами. Так. Добавить вот эти зеленые, мне кажется. Чё? Стоп. Чё, здесь сюда не добавить? А? Не знаю, сейчас будем как-нибудь выкручиваться с этого. Так, это в колбу получается. А нет, это сюда. Так, что там у нас 9-е? Что с этим сделать, я не знаю. Так, сюда что-то добавить. А, вот так вот. Все установили. Так, огонь включить. Ну, было бы так интересно. Потому что придется забрать, короче, ты. И что мне сейчас делать? Так, стоп. Пипец, я не знаю. Выключить. Так, а что мне... А, в... Пипец. К чё он не нажал-то сразу, а? Я не понимаю, нажимал вроде что, да. И этого понять просто не могу. Так, шприцом набираем. Идем, значит, к этому челику. Так, значит, куда нам эту штуку? Так, не сюда. И тоже сейчас я вспомню, куда нам ее. Вроде сюда, что ли? Не. Куда, я реально не помню. Так, сейчас подождите. Странно, не понимаю. Куда мне её? Стоп. Так. Реально что-то не понимаю, пацаны. Сейчас подумаю, подождите чуть-чуть. Сейчас подумаем. Так, стоп, куда мне её? Сначала-то спасибо тебе, громинише. А куда? Это мы уже использовали. Стоп, подожди, куда? Сюда? Где? Куда? Нет, мы... Челико помогли. Что ты думаешь? Да что? Сюда навряд ли подойдет. Стоп, а что у меня? Тут же нет. Так, хорошо. А, вот. Хорошо, блин. Так долго тупил. Вообще перпец полнейший. Кусачки. Кусачки. Все, не знаю, куда их. Зачем нам нужны кусачки-то? Что нам еще перерезать надо? Где? Нам что-то не так. Тут не еще, тут не забрали. Вот с этим не знаю, что делать. Тоже нет ничего. Знаешь, назад идем. Тут мы забирали. Да. Куда нам что-то перерезать? Ну, вряд ли здесь. Че, даже дайте даже с какой стороны, понимаю. Что-нибудь с ними сделать. Давайте специально выйдем, чтобы было понятно, куда идти.
чтобы понятно было с вами, куда идти нам. Сорян, сейчас не понимаю, просто не понимаю, куда идти. Ну, где подсказочка моя любимая? Подсказочка. Ай, блин. Ну и где она, я не понимаю. И где эта подсказка грёбаная? О, тут. Я так и думал, что где-то тут она, и зайца. Вот мы с вами сделали это. Что ты еще? Это мы с вами не можем. 5-1-6 дом, мы это видим, но... Ну, типа, главный персонаж говорит не то, нельзя так. Тут тоже мы ничего не можем сделать с вами. А, блин. Вот, я еще не думал, что мне об этом. О, скелет. Опа, скелет. Ну, я сейчас носу засну. Скелет может на носу торчать. А, нам не хватает, я понял. Что мы дальше? Да, уберись. Все, понял, что мы... Догнался мешать. Так, мы видели. О, а я да не запомнил. Ой. Еще нужна одна книга. Так, это что-то важное, нет? Так. 4, 2, X, 5, 1, стрелочка туда. Что за бред? Я не знаю, куда это сейчас. Но это я знаю, это ешки. Ёшечки. Так, если что-то еще есть помимо этого, это же ключ к тебе, по-моему. Наверное, у тебя в ноздре, да, ключ? Да, походу, у тебя. Так, ну сюда. Поставим вот этого буду. А, вот. Так. Зеленая так. Вправо красная, влево. Это синяя так. Так, синяя так. Влево. Зеленая вправо. Это влево. Влево. Все, в принципе, иди себе. А пальцы. Нахуй черепушку ничего не надо. Мне сказал, что это ключ. Вот интересно, как там он доставал то, что ключ в воздухе левитировал. Так, это... Где? Вот где? Вот это. Она сейчас не может вести. Уже 3-1. Ну, вообще, так. Так, где ты меня заглубили? А вот она. Вот это давай. Так, 1. Wi-Fi, Wi-Fi. Нет, ну за дверь нашла. Так, Wi-Fi вернули. Так, 3-1-6. Вот так. Это новая ловушка просто для всяких. Так, ладно, ну сюда вроде. Что это? Вот
тоже сделал. Вообще взад. Ну хорошо. Идем за нас что-то если закрыто, интересно. Ну, это мы поставим. А не можем. Хорошо. Совковая лопатка. Я забыл с ножницами в первой части. Не надо. Ну да, хорошо. Так, что-то не Всё равно не понимаю. Так, это мы с вами делали, ёшки. Я не понимаю. Даже не догадываюсь, куда. Чел не занимается мне зачем телефон дал. Давно было это. Вот, поговорить дам. Это бишь на он развернуто ее просто рубить. Тут нет ничего. Во всё подряд просто не понимаю. Что тут может нам помочь? Сейчас дождемся с вами подсказки тогда. Хорошо, сейчас дождемся с вами подсказки. Если на улице будет придется переться нам. Это будет вообще замечательно очень. Потому что там я вообще ничего не знаю. Вот что с этой сделать? Догадался, ёкарный. Так, чисто случайно получилось. Так. Ага. 6. Может, через две недели возьмём, да, 6 отлить. 7. Получится зелье. Давайте думать, как нам это сделать. Хорошо. Ну так, это прозрачное. Это получается до 4. Сейчас тут 5, да. Выливаем. Остается 2. Сюда. Так. Здесь остается 0. Здесь ничего не осталось. Сюда вливаем 3. Так. Ага, найски. Хорошо. Не люблю такие загадки, это просто. Это реально не люблю. Вливаем 5. Здесь скидываем. Выливаем 5. Так. Тут мы вылили 5. Тут 3. Тут 2. Это... Нет, не так. Да попробуем 8 сейчас набить. Надо... Так, вот сейчас 5. Вот тут 5. Сюда и сюда. Все у нас тут 3. Тут 5. Тут 3. Так, да, тут тоже 3. 3, 6. Вот.
Хорошо. Нет, ты скипнулся. Ой, пиздец, это что скипнулось? Пиздец. Не так. Короче, и все скипнулось заново. Сюда 5. Так. 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 А я не знаю, зачем. А, может быть, сюда вот заменить. Не знаю. Так, надо 7 получить. Это будет сложно, довольно, потому что я не помог мне вот это убрать. Так, тут сейчас 5. А, еще 2. Это будет сложно, потому что вот это вылить. Потому что не вот это будет. Вот я все вылью сюда, все сейчас бросается. Просто, мгновенно. Еще раз, так. Сейчас. Нет, я не понимаю, так будет 8. Блять, тут 3, сюда 3. Найс. Блин. Ох, это будет сложно, это вообще будет настолько сложно, потому что я реально не понимаю. Саф, это просто, а почему он не убирается, допустим? Вот и налил, всё. А это почему остается? Я могу максимум прибавить еще. Давай как-то что я не могу просто. Надо получить самый прикол силы. Я везде уже не понимаю. Надо получить 7. Ага. Ты будешь... Я это... Вот это влить никуда не могу. То бишь обратно влить не могу. Вот это еще думать по-жесткому. То бишь мы такое налим 5. Хорошо. Тут осталось 2. Вот с этим ничего не делает. Если валю, то все, это другое случайно. Я вот это, блядь, не можем вот так вот надо сделать, вот так вот получается, что да, так тут 8, получится 5, останется 3, там останется 5, тут останется 3, нам надо 5, там останется 2, это, блин. Вот я не понимаю, как мне вот это убрать, это не мешается. Как это сделать, я просто не понимаю. Было 8, тут стало 3, там 4. Ой, там 5. Я не понимаю. А мне уже были... Найс. Могу дополнить еще, еще больше ничего. Что за... Тупая была воронка. Кто еще придумал? Потому что это нечто. Это реально сложно, может.
Вот, значит, я не знаю, это 4 получится. Тут сейчас сколько у нас? Сейчас тут у нас 3. Два. Сейчас тут пять. Допустим. Звуковик. Ты бред, ты полнейший бред, а почему? Вот я, допустим, вот так вот делаем, 5 делаем. Ну, сейчас 4, только вот это нет. Вот делаем, смотрите, вот делаем с вами 6. Что сейчас сделаем? И 5. Вот разливаем, тут 2 остается, вот тут у нас 6, я его получил, разливаем, а куда мы вот это дети, не знаю, либо думаю, что 5 и 3, просто вот это куда, то бишь, это не убрать, то бишь, это вообще не залить ничем, это... Еще, может, я не знаю, может быть, как-то убрать. Ты же, блин, это бред полный. Если так все, то он зальет. О, если так все, то зальет. Как мне это сделать? Ты просто не бросаешь. Тут сейчас 3. Тут сейчас 6. Тут сейчас 3. Почему не понимаю? Как это снимать? Тут не есть. Я не знаю, как вот здесь я начну. Все проводим. Я сейчас 7-5 все забрал. Я сейчас 6. Тут 2. Давайте с вами на этом закончим. Всем удачи и пока-пока.